В Сочи уже много лет проводят футбольный турнир среди диаспор. В этом году решили провести соревнования по различным спортивным дисциплинам. В спартакиаду планируют включить не только игровые виды спорта, но и национальные. Постараемся, чтобы кроме межнационального футбола мы показали национальную борьбу. У нас, например, у татар и башкир есть своя национальная борьба, они на своих праздниках часто ее показывают. Спартакиаду планируют провести осенью. Также на совещании обсудили вопросы безопасности в курортный сезон. Этнические объединения города в вопрос обеспечения общественного порядка всегда вносят ощутимый вклад, отметил Анатолий Пахомов. Мы многонациональный город, но живем мы с вами в дружбе, в любви друг к другу, уважении. Вот, это очень хорошо. Нас сегодня волнует то, что гости приезжают и на работу новые, и, конечно, на отдых. И здесь роль каждой диаспоры очень велика. Мы знаем, где компактно размещаются гости, где компактно размещаются те, которые приехали на работу. В обязательном порядке нужно повстречаться и объяснить правила игры, что мы живем по добру, по здорову, все у нас нормально. Также мэр Сочи предложил в ближайшее время провести в городе этнофестиваль, показать сочинцам и туристам со всей страны самобытную культуру народов, проживающих в городе, а их более сотни. А в Совет национальных объединений курорта сегодня входит 37 общин.